Буэнос-Айресе повсюду звучит романтичная музыка и прямо на улицах танцуют пары. Так в столице Аргентины отмечают Национальный день танго. В начале 19 века аргентинское танго танцевали рабочие в портах Буэнос-Айреса. Теперь оно стало культурным достоянием всей страны. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Никогда бы не подумала, что танго достигнет таких высот, и можно будет наслаждаться им вот таким образом. Теперь в Буэнос-Айресе танго повсюду и не без оснований. Это прекрасно. Замечательно, что такие мероприятия продолжают организовывать. Мы танцуем вместе почти 20 лет, и с каждым разом это нравится нам все больше. В основе аргентинского танго лежат древние африканские танцевальные традиции, которые распространялись благодаря африканским сообществам, живущим в Буэнос-Айресе. Мелодии, под которые исполняют танго, появились в результате слияния различных форм музыки из Америки, Африки и Европы. В начале 20 века аргентинский танец стал завоевывать популярность во всем мире. С 30 по 50-е годы появилось множество ансамблей с выдающимися композиторами и исполнителями танго. А 40 лет назад в Аргентине впервые отпраздновали Национальный день этого танца. В 2009-м аргентинское танго вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО.